Предприятие, обслуживавшее автостанцию, больше не может нести расходы по арендной плате, содержанию персонала, отоплению, энерго- и водоснабжению. Напомним, автостанция в Ангарске принадлежит частному предприятию, в отличие от большинства других городов. Серый дом извещен о данных изменениях. Городской союз автотранспортников сообщает, что организатору межмуниципального автобусного сообщения и крупным перевозчикам предложено взять на себя нагрузку по обслуживанию своих пассажиров на городской автостанции. До принятия положительного решения продажи билетов на пригородные и междугородние рейсы будет производиться непосредственно в автобусах этих маршрутов. Автобусы междугородных и пригородных маршрутов будут по-прежнему отправляться в рейсы от посадочных платформ автостанции. Ангарск – поистине уникальный город. Город, в котором автостанция принадлежит частному лицу, а маршруты являются неконтролируемыми. Как говорится, все для людей. Ангелина Борисова, новости 360 Ангарск.